Аня, дочка. Поехали. Я много переосмыслил за год, пока мы мотались по стране. Положение, ответственность, долг. Все это ничто по сравнению с самым важным. Семьей, твоей жизнью. Прости, что я не понимал этого раньше. Если понадобится, я через сито просею все это засыпанное снегом кладбище, но найду лекарство. А Артем... Артем чувствует свою вину и хочет ее искупить. Я постараюсь проследить, чтобы это не стоило ему жизни. Главное, я снова в метро. И здесь никаким мутантам меня не остановить. Радиация на поверхности — другое дело. Отправляясь сюда, я думал, что беру билет в один конец. Вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты настойчив. Задание у нас. Больше сказать не могу. Но теперь, благодаря зеленке, которую нам отдал Кирилл, у нас появился шанс выжить. Ну что, боец, Артем ушел. Буду я тоже готовиться. А я, товарищ полковник. А ты, рядовой, пока останешься на связи. Должен же кто-то координировать операцию. Дело ответственное. Справишься? Конечно, справлюсь. Молодец. Кстати, Орел, расскажи-ка мне пока, как вы тут до бунта жили, когда зеленки на всех хватало. Так, ладно, я рискну, потому что вы с памяти и с памяти. Понятное дело, что погромче, но это уже ролик идет. Ну, ребят, критическая ошибка вылетела. Так, ладно. Неплохой DLC. Второй раз. Запускаем. Молодец. Кстати, Орел, расскажи-ка мне пока, как вы тут до бунта жили, когда зеленки на всех хватало. Неплохо жили. Только отец вечно то на задании, то в патруле. Скучал один? Нет. Отец всегда домой спешил вернуться. Особенно на праздники. Новый год последний вместе встретили. Годом ранее. Дизель, что вообще? Товарищ полковник, ремонтники очень просили напомнить, как до насоса доберетесь, все слизь вокруг выжить. Ну, с гнидью, считай, покончили. Сам полковник Хлебников за огнемет берется. Смотри, не сглазь. Кстати, об огнемете. Где он? Вот, товарищ полковник. Только осторожно, тяжелый. Знаю. Что-то у него голос. Давление в норме? Должно быть норм. Проверьте. Если нет, ручка сбоку. Подкачайте немного. Вот так всегда. Вечно все приходится делать самому. Ладно, я пошел. Задайте гнили жару. Так точно, товарищ полковник. Задайте гнилому вся. Не пуха. К черту! Спасибо. Давайте, пока, пацаны. А, это Хлебников, а не Мельников. Тут я перепутал. Это батя мальчик. Все, поехали. Хлебников, Мельников. Вот у русских, конечно, фамилии. А что так темно? Блин, я вспомнил. Я надеюсь, мне на лицо не будут никакие пауки падать казахстанские. Так, ну давайте посмотрим. Ух ты, ё-моё, здоровый какой. Червь какой-то жесткий. Я Альха, всем группам. Видел взрослого червя, так что не зевать. Альха, я Красный один, вас понял. Красный 2, принял. Красный 3, есть не зевать.
Блин, вот не сладкая работенка у меня. Кошмарная, я бы даже сказал. Это мы типа регулярно очищаем от слизи эти помещения, я так понимаю. Да, так и думал, сука, я был готов. Сука, кемпер прям под дверью сидел, а? Еще и выжил каким-то образом. Слышали? Google, хватит подслушивать, хватит разговаривать со мной, пожалуйста. Я понял, что вы там набираете инфу. Я понял, кайф. Она постоянно со мной разговаривает. Окей, Google. Попробуй найти информацию в сети. Вот что нашлось в интернете. Ага. Причем телефон выключен, типа, я вот этого понять не могу. Окей, Google. А, какие оценки у DLC метро? Вот что мне удалось найти. А ты сказать-то не можешь, что ли, блин? Зачем? В чем смысл? Сори, что я аккуратно, не хочется, чтобы ко мне внезапно, знаете, в рожу что-то залетело. Аккуратненько, лампово. Чувствуем атмосферу вот этой работы. Эта тварь еще пугать меня будет наверняка. А почему бы мне не вернуться назад, раз тут какой-то супер червь, типа. Ребята, все пошло не по плану. Супер червь, оказывается, существует. Или там, оказывается, он жив. Я тут один, я не дебил, я валю отсюда. Я хочу жить, я хочу выжить. А это, понимаете, это не страх, это вот просто ожидание скримера. То есть я как бы не боюсь, я как бы просто напрягаюсь, чтобы когда появится скример, а он будет наверняка, не слишком сильно визжать. Не вовремя ты. Альфа, это Красная 3. Тут трубу прорвало, вода не дает прожечь проход. Нужны саперы для подрыва. Я Альфа, Красная 3, отстави саперов. Ищи вентиль, перекрой заслонку. Как понял? Призалька. Сам он, конечно, не мог догадаться, да? Ну, ладно. Альфа, это Красная 3. Вентиль нашел, двигаюсь дальше. А, и серьезно, у тебя на это 3 секунды ушло, ты не мог сам это сделать? Ты же самый умный, ты полковник. Блин, он же за вообще. Он прям причем стоял перед вентилем, такой думает, блин, что это за дерьмо? Надо полковнику набрать. Он такой, покрути. Он такой, ух, хорошо. Не зря полковник, полковник. Так, что, скримерок будет? Не будет. Или будет, будет, сучка, я тебя ждал. Блин, а прикиньте, в конце будет зависеть от того, насколько тщательно я все выжигал, консила босса. То есть, если я, типа, выжиг все тщательно, все хорошо, прям со всей ответственностью отнесся к этой работе, то дальше будет мало, например. А это что такое? Давай, мужик, помогай. Здорово, а что это такое, не знаешь? А ты чего тут застрял? Да огнемет, зараза, давление не держит. А где травить, не найду. У тебя топлива не будет? Я на такую густую дрянь не рассчитывал. Хоть залейся, Вячеслав Михайлович. Берите. Спасибо, выручаешь командира. И дал 75 всего. Это для карьеры, говорят, полезно. А гнили и правда густо, я столько не видел никогда. Ага, вот же оно. Блин, жалко мужика, его съедят, походу. Ха-ха, заработало!
Ну, пошел я своих догонять, Вячеслав Михайлович. Да-да-да. Думаю, смело можно было вот сейчас его повышать, чтобы он хотя бы умер счастливым, знаете. О, я бы так не делал. Я бы одной рукой пытался удержать. Ну да, да. А я видел эту штуку, я ее попрыскал. Ну-ка, сука, дай. На. И сожри ее еще. Вот это было вообще брутально. Киберпанк. О, скример. Киберпанк, ждем, конечно, ждем, ребята, еще. Тут как бы мне геймском, ничем это не поможет. Я просто жду. Ну, наконец, ну хоть так уже. Как-то как будто, знаете, как будто со звуком плохо поработали в DLC. Вам так, нету такого впечатления, как будто что-то со звуком не то, типа? Не хватает многих аудиодорожек в этом замесе, например. Товарищ полковник, у меня ремонтники на проводе. Говорят, вода пошла. Они высылают бригаду. Прикрытие им обеспечат. Так что задача выполнена. Отлично. Спасибо. Че, все, типа сортиры подрал, я молодец. Товарищ полковник. Здорово. Сидоров. Абрам. Борисов. Так, с Новым годом в программе. Обращение к жителям станции от начальника станции, товарища генерала Виноградова. Шоу-программа «Елочка горит» с участием самодеятельного Via Vepri. Праздничное меню от нового ресторана. Попробуйте грибную грибублю. Дискотека под хиты прошлого и живой аккомпанемент. Мероприятие начнется в 22.00. Окей. Хорошее место он выбрал. О, Слава, я тебя уже заждался. Проходи. Здорово. Располагайся. Угу, так. Какой вопрос у тебя? Пока ты с ребятами на шашлыки ездил, тут кое-что новое нарисовалось. Взгляни на карты. Радиационная обстановка? Да, сталкеры из центра спутниковой... Па-п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 а. Перезапустим игрушечку сейчас и кайфанем еще раз в канализации. Надеюсь. Взгляни на карты. Радиационная обстановка? Да, сталкеры из центра спутниковой связи вынесли. И теперь надо перевернуть там все и найти самые свежие по всей стране. Без карт непонятно, куда ехать. Так. Возьми это дело на личный контроль и секретность обеспечь, понимаешь? Куда ехать, Толь? Скажи прямо, готовится эвакуация? Хорошо, но учти, только между нами. Да. Судя по тянуть крикам... больше нельзя, зеленки не осталось. Что? Придется изъять у населения излишки, так что все пока совершенно секретно. А к чему секретность? Хорошие ведь новости. На такое дело народ зеленку и так бы отдал. Не мое решение, Слав. Но хорошие новости иногда и вправду лучше приберечь. Понял. Спасибо, что рассказал. Только между нами. Ты меня знаешь. Ну? С наступающим! Между нами всеми, кто погоди, в коридоре, я так понимаю. Как герою борьбы с гнилью и отцу-одиночки, тебе новогодний подарок от командования полагается. В размере месячного пайка на двоих. Держи. Спасибо. Но не задерживаю. Или еще побудешь. У меня и чай есть. Месячный паёк? Это был месячный, фига себе. Так, чай. Ну, не откажусь, да, конечно. Да ты просто змей-искуситель сегодня, как я погляжу. А есть пряник шоколадный? А? Как там у Сереги дела? Доволен, конечно. Подумать, мой сын, я бы пряник капитан ошибал. Целый. Веришь? Целый? Не помогал вообще. Верю, конечно. А то я тебя не знаю. Я так считаю, пусть сам добивается. Это характер закаляет. Что за и работает же. Он в детстве мягковат был. В Катю. А сейчас кремень. Сейчас бы самому добиваться, когда у тебя батя тот был. Самый. Суров даже. У меня так не получается.
Я тебя со стороны вижу. Ты с Кириллом ровно себя держишь, по-мужски, как надо. И он мужиком растет, боец. Оскомовец. Он всего оскомовского большой фанат. Мы для него что те супергерои. Даже страшно временами. А мы и есть герои. Спасаем, кого можем и как можем. И все ради них, ради детей. Чего ж пугаться? Ладно, пойду я уже. Опа! Да, давай, Слав. А то Новый год, а я тебя к сыну не пускаю. Кириллу привет. С наступающим. Да я здесь, я слышался. Спасибо. Я что хотел сказать? А я пока речь закончу. Я часто слышу... Не люблю на публику работать, но тут никуда не денешься, праздник. Я часто слышу вот эту историю, знаете... Дорогие жители Красного проспекта... Хочу, чтобы сам всего добился, да? Прикиньте, какой вейст просто удачи. Какая трата невероятная, колоссальная трата удачи. Ты сидишь такой, ты сперматозоид, сидишь такой, думаешь, блин, сейчас буду сыном президента, короче. Один на миллиард буду. Будет, значит, у меня дворец, будет, значит, у меня образование, личный самолет, там супермодели, собака на своем самолете летать будет. И такой, бах, и ты, это он. И он такой, сынок, здорово. Слушай, я тут подумал, ты должен добиться всего сам. Иди, и ты, короче, бежишь на улицу с голой жопой по лужам прыгаешь, как дебил, короче, и учишься в школе, блин, с идиотами. Какой-нибудь для отсталых, потому что батя решил, чтобы ты его путь прошел, поняли? Чтобы все с нуля сам. А нихера, два раза так не везет, блин. Повезло отцу, ну передайте другому, так сказать-то. Не везет два раза так, ну. Товарищ полковник. Да, слушаю. А, ничего сказать, ничего не хотел, понял. Вот у меня был одноклассник, у него отец владелец Эльдорадо был в Озерске. У него трехэтажная квартира была. Ему 18 исполнилось, он на бэху сразу сел. Я прям вижу, как ему исполняется 18, а батя такой, слышь, Андрюх, ну ты трехколесный велик свой не бросай, там он заедет с друзьями своими. Экологически чистые грибы. Дрянь, дрянь, ты посмотри на себя, гад! Ну, Тань, ну не это. Это Новый год, да? Это так ты о детях заботишься? Нам тут жрать нечего, а ты... Ну, Тань, ну зачем ты? Я зачем? Ты посмотри, посмотри, в чем твой сын ходит, посмотри, в чем я хожу. Дома жрать нечего, нечего, ты понимаешь? Я всем должна, стыдно соседям в глаза смотреть, а ты хоть думаешь о нас, хоть понимаешь все это ничтожество, все, что дали, все пропил. Да там дали всего ничего. Они жмутся сейчас. Ну, Тань, ну это же, ну Новый год же. Дрянь, тряпка, слизняк. Зачем я только с тобой связалась? Ну, Тань, ну это, ну не надо. Я рад, что ну, не меня не стесняется. Зачем ты так, Тань? О, товарищ полковник! Здорово, да. Здрав желаю. Скажите, что с гангреной этой делать, а? Эх! Прежде всего, прекращайте пить. Есть, товарищ полковник. Сегодня больше ни-ни. Уважают меня тут все. Нет, ребята. Мне к сыну пора. Отдыхайте. С наступающим. Я обниму хоть. Ну что ты, люди кругом. Товарищ полковник любит такие. Не-не-не, да давайте, продолжайте. Тебе. Ну что ты в самом деле? Давай-давай. Смотрит. Как же не смотрит? Уймись, бешеный. Давай-давай-давай-давай. Ну, да я тихонько. Ну не спеши. Потом. Ну когда? Потом. Ну скоро. Вот после елки. Да ладно, да чего ты? А прикинь, жена полковника. Подожди, реально. Уже,
Ну, я могу... Я представляю, в какой... Ну ладно, заходим. А. Блин! Если кого и встретим, всем пофиг. Я не думал, что это так закончится. Я не буду сопротивляться. Зачем? Да ты и так красивый. Папа, как я тебя напугал? Не ожидал засады? Подсиживает, походу, он. Хочет тоже полковником стать. Хочет, чтобы у папки сердце остановилось. А теперь доложите обстановку. Ой, товарищ полковник, задание по украшению станции почти выполнено. Осталось последнюю лампочку вкрутить. Вольно. Давай я помогу. С наступающим, пап. Я думал, ты не успеешь. На мой день рождения и на мамину годовщину опоздал. Прости. Я просто старался, чтобы таких годовщин у нас в метро было поменьше. Понимаешь? В смысле? Понимаю. Я понял. Вот и хорошо. Что она умерла, типа. Ну, включай. А я воспринял это как поменьше, типа, что задание там... выполнено. Отличный. Мы тоже. Ну, ладно. Спасибо. Папа, у меня для тебя подарок. Мне дядя Миша помог собрать. О, спасибо, сын. ...2034 год подходит к концу. Год выдался непростой, но он еще больше сплотил нас вокруг общей цели. Благополучие всех, для кого тоннели метро стали домом. В Новый год мы все смотрим с ожиданием перемен к лучшему. И они обязательно произойдут благодаря нашим общим усилиям. От имени командования ОСКОМ я благодарю всех за отличную работу и поздравляю с Новым годом! 2035 годом! 10, 9, 8, 7, 6. Что-то будет сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом! Ёптить! Ну вот, генератор, зараза, опять сдох. Кирилл. Блин, а у него лазерган-то где жесткий? Где тут на сибирскую проход? По лестнице вниз. Там штаб ОСКОМа был. Еще там зеленку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Граждане, сохраняйте спокойствие. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Помните, наш общий долг – объединить усилия для блага всех жителей метро. Интересно, а что скажет? Блин, интересно, кстати, повествование. Помните, перераспределение радиопротектора... Разрешите, товарищ генерал? Слав, не поясничай. И так точно. Что там на сибирской вышло? Там закончили, вот изъято. Не густо получилось. Плохо, плохо дело. Пятно сплошное, километров 500 жарится, да и потом неизвестно, сколько ехать. Твои ребята карт натащили, но чистых мест на них не видно. Были надежды на Байкал, но... Байкал... Пока не нашли, там разгром полный. А насчет радиации... Фильтры на что? Главное, от пыли защититься. Фильтры. Все вагоны фонят так, что без зеленки никакие фильтры не помогут. А еще, дети, ты и сам не один едешь, а с сыном, так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Кого ты последними? Же видишь, что на кону. Ну, да, наши да. Дети тоже, между прочим. О чем тут вообще говорить? Ха, не ожидал, Слав, не ожидал. О Кирюхе своем вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял. Опять закурить тянет. Как ты будешь?
Ну да, давай. Не откажусь. Угощайся. Давно хорошего курева не было. Ох, давно. Да, давненько. Соскучился. Да, согласен. На грязных станциях полно подрывных элементов, сам знаешь. 20 лет агитировали, мол, сбросим антинародный режим и заживем. А теперь, считай, дорвались. Именно. Когда станет ясно, что зеленка все, а потом насчет эвакуации поползут слухи. А они поползут. Само собой. Еще и приврут, понятно. Начнется паника. Что начальство хочет сбежать, бросить простых людей. Они такой шанс не упустят. Ну вот, сам все понимаешь. Будем поддерживать порядок, сколько сможем. Упаси нас Бог от настоящего мятежа. Но на Бога надейся, а сам чисти автомат. Готовься, Слав. Время будет сложное. Короче, своих придется стрелять, видимо, да? Да, работенка нас ждет грязная. Так, ну что тут? Ну что же ты делаешь? Какие вопросы, граждане? Не толпитесь, скоро начнем удовольствие. Скажите, чтобы начинали выдачу. Пропустите. Сохраняйте. Товарищ полковник, разрешите? Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Обязан реагировать. А он не открывает. Ясно. Идем. Всем спокойно, ребят. Все будет хорошо. Я полковник. Настоящий. Начальник, вижу, крепко я тебе понравился. Всего уже облапал. Ну-ка, ну. Разобью сердечко твое чуткое. Не по так этой части. Эх, жаль, жаль. Заканчивай. Так, что такое? Конечно. О, ага, здорово. Сейчас я открою. Петрович, открой. А, это Петрович. Заходи. Спасибо. За мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно, иначе будут неприятности. Не могу. Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал, по капельке копил. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать. Вот я какой жесткий, а. Начинаем обыск. Он мне прям открыл-то там вообще сразу без этого. Он нам доверял. Да куда ты лезешь? Ну как же так можно? Я ведь зарплаты откладывал. Все, честно, знаю, заработал. Ты же порядок знаешь. Порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник. Нашел. Две штучки ради этого. Это для внучки, понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. Не-не, да, он для внучки. Товарищ полковник, вы же знаете. Товарищ... Хватит. Мы излишки изымаем, а не последние. Так. Товарищ полковник, мне же рапорт писать. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Откройте, Оском! Ну, здравствуйте, рядовой. Нифига, у нас хорома. Сегодня. Кирилл? Ха. Ну-ка, рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего, не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым! И в Оскоме я больше быть не хочу. Так, с этого места подробнее. Но пальцами я грязными. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили. Зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал, и разберусь. Я жесткий у тебя, батя, понял? Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Жесть. Это сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много, и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет.
Конечно, нет. С другой стороны, всем же одинаково зеленки дают, не? Вот видишь. Если кто-то ее откладывает. Понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Ну, если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Ну, у нас, я смотрю, там полно ее. Готово. Так. Что такое? Типа, переносимся в другое время или... Лазурь, видите, называется. А зеленкой называют из-за того, что это элемент из Йена. Или просто на другом языке. Ну, короче, вон, написано все. Ну, это, естественно, не зеленка, которую вы пальчик режете, когда порезались. Нифига. Долго накатилось. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Жесть, у меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да, я сам не видел, мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли... Опа, мятежники на последний штурм. Ой, будто мятежники. От этого кому-то лучше бы стало. Скажи, если мы, Осколк, защищаем людей, зачем им врать? Ого. Ты повзрослел, рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь — сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком, и поэтому может принимать решения. Иногда неприятные решения. Но так нужно. Командование думает обо всех. А гражданские только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Жиза. Но это для их же блага. Понимаю. Но все-таки страшно так думать. Это чат, вот я от вас тоже жизнь скрываю. Я баню кого-то, но не говорю почему. Но я неплохо скрываю. Тебя воспитал. Для вашего же блага. Ты сильный и храбрый. Справишься. Ну, мне пора. Иди домой, пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть! Пошли, Кирилл. Ладно. Ну что, мятежников идем рубать. Удачи, тогда. Папа. Погнали мятежников херачить. Ребята, на положение! Жить хотите, да? Вы хотите жить? У вас нету лекарства, и вы типа... Ёптуми. Держись! Держись, ребята! Мы прикрываем! Давайте детонатору! Я к детонатору? Давайте, давайте. Товарищ полковник, мы их долго не удержим! Да-да-да-да-да, сейчас я рассматриваю различные трупы.
Опасно это дело, блин. Нас же может тоже завалить. Ой. Да. На самом деле жесткая история. Люди просто жить хотят, как бы, а что поделаешь? Операция закончена. Исполнители устранены. Готов к эвакуации. Ах ты, сволочь. Что значит уехал? Без меня? Жесть, замес. Что происходит? Обеспечение эвакуации. Эвакуация? Бойцы, гражданские, ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, зеленке осталось только на командование, понимаешь? Остальные обречены. Агас, просто чтобы быстрее, и понимаешь? Ты знал с самого начала. Жестяк, ребят. Сука! А у меня что, был выбор? Да и какая теперь разница, они уехали. А ведь так, если призадуматься, реально, какой вот у него выбор был? Только меня они бросили зря. Петров, Петров, они уехали, без нас. Серегу мне дай, быстро. Как? Погиб? Серега, сынок. Знаете, вроде неплохая история, значит, так, для DLC. В большом сейфе РПГ. Бери и бегом на. Ну как будто, знаете, фильм в России снимали. Постановка слабая какая-то. А так-то ну история и... нормальная, нормальная. Что теперь? Что хочешь? А я все сделал. Прощай, Слава. Сейчас Кирилл его. А, он вон как. Жестко. У них нету возможности. Папа! Дядя Толя! Он что, себя убил? Почему? Допрос. Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли. Много. Потом затихло. А тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Слушай, я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер. Понимаю, папа. Молодец. А теперь... Идем домой. То до концовки, видимо, за прям вот пару минут. Кирилл, это Мельник. Я у входа в бункер. Понял вас, полковник. Там связи не будет, так что будьте осторожны. Спасибо, Кирилл. Конец связи. Сосна, Яльха, ответьте, прием. Альха, Сосна на связи, прием. Рядовой, я захожу в бункер, пока я там, связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? Полдень, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Запер, печенку ем, слизь сжигаю, на грязной станции не хожу. Пап, ты мне натурально шпаргалку оставил, если я сейчас читаю. Читай, читай. Повторение, мать учения. Все, Сосна. Конец связи. Понял вас, Сосна. Конец связи. Сосна, ответьте, прием. Сосна на связи, прием. Я очень люблю тебя, сын. А я тебя, пап. И печенку чтоб ел. Обязательно, понял? Конец связи. Отстой, не хочу есть печенку. Хочу колбасу. Колбасу хочу с пюре, не хочу печенку.
Блин, чуваки, тут не будет базуиде багазды. Кумак базуиде, да-да-да, вот это. Так, что за... Что за залупа? Не казуемэк багазды, не... Что-то, блин, это... Ребят, страшно. Я тут что-то вот хочу дропнуть вот в этот момент. Зачем игру в хоррор превращать-то, алло? Необходим перезапуск системы. И чё? Перезапускай. Подготовка к перезапуску выполнена на 20%. А, ну понятно. А я боялся. Блин, а тут какие-то лысые крысы, наверное. Подготовка выполнена на 40%. Блин, какие-то лысые крысы. Я напрягся, я думал, там просто мировое чудовище какое-то вылезет. Я думал, обоссался реально там, но без крема обошлось. Спасибо большое за это. Блин, у меня аптек нету. Идите, я как будто в Doom играю, а не в метро. Вы чё? Вы чё, сдурели? Вторая фаза пошла. Путь каналу немедленно покинуть комплекс. Да, как-то странно смотрится, как будто игра 2007 года. Один раз живем! Я не могу бегать. Система перезапущена. Включение главного источника. Я хотел рвануть, ребят, до дырки. Система перезапущена. Включение главного источника питания. Нихера, даже макака не выдерживает уже. Ой-ой-ой, как неловко-то вышло! Разбилась! Блин, может выпить, слезать с пола или плохая идея? Блин, ну, я не знаю, запасная нужна была, мне кажется, вот как раз на такие случаи. Какого хера они вообще в стеклах, типа, эти ампулы стеклянные? Почему не какие-нибудь алюминиевые, не знаю. Я иду, Кирилл. Сейчас. Немного отдохну и пойду. А просто устал. Очень. Стекло дольше разлагается, понял. А я не помню его, да? Мы в основной компании его нашли где-то в такой же позе, да, наверное? Я что-то вот этот момент уже не помню.
Да я по башке вижу, что это мельник. Вот ты где, брат. Нашел карты и отдохнуть присел. Понимаю. Мне и самому отдышаться нужно. Так железки эти натирают. Главное, не засидеться тут с тобой. Меня сын твой прислал. Сказал, где искать. Он молодец. Боец. Хороший. Постарался он. Дети. Все ради них. Я вот ради дочки тут. Умница, красавица, сильная, добрая. Не передать, как горжусь и как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет, будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней, тот же муж ее. Он ведь мне даже нравился сначала. Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше, дома тепло, да дети здоровы, а ему правду подавай. Позволь, я на карты взгляну. Ох, я на него и злился. А потом посмотрел на мир и по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно, когда твою историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не зять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл, потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл, я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Ну, мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Артём, держись. Держись, сынок. Ну, что я могу сказать? Хороший DLC, на самом деле. Если не считать комичные движения персонажей и вообще комичное поведение всего, то, в принципе, то DLC-то хорошая, кстати, на удивление. Короткая. То есть, если сравнивать особенно с остальными, которые я играл вообще за всю свою жизнь, ребят, вполне... Когда играешь в сюжетную игру, и потом у нее выходит DLC, то ты хочешь его примерно таким видеть, да. Да, выглядит все странно, я соглашусь. Выглядит все как будто, я не знаю, как будто вот у них была основная игра. Они, короче, после того, как ее выпустили, удалили, знаете, shift-delete нажали, такие, все, кайф. Отряхнули руки, и потом такие, ёб твою мать, нам же еще DLC выпускать. И заново движок начали пилить, заново натягивать текстуры, вот это что-то. Начали все заново делать, но в целом сделали-то неплохо. То есть, если брать идейную составляющую, мне понравилось. Я ничего плохого сказать не могу. Ну, жёг, ребят, полчаса. Сначала слизь, потом полчаса вжег крыс, но... Но, как бы, в целом история дополнила основную, во-первых, что редко очень бывает.
Обычно в DLC вообще нихера нету. Тут история дополнила основную, раскрыла немного и туда-сюда персонажа, вот этого, которого мы не знали, по сути. Мельника немного еще тоже вспомнили, хорошим словом. Да, нормально.